И снова здравствуйте, мои юные любители велоспорта. Сегодня состоялся 17-й этап моей многодневки. Протяженность этапа составила 115 километров. Он получился очень разнообразным. Такая себе велосипедная солянка. Первые 40 километров я проехал самостоятельно на точку встречи с командой. Дальше мы уже ехали всей группой. Тренерский штаб устроил нам небольшой экзамен в виде гонки с раздельным стартом на время. Был выбран участок протяженностью порядка 7 километров. Я разделочку проехал за 12 минут 14 секунд. Средняя скорость моя составила 34,3 км в час. Результат, скажем так, удовлетворительный. 17-м этапом я остался очень доволен. Самочувствие и настроение просто прекрасное. На сегодня, пожалуй, все. Нужно успеть смонтировать этот отчет до начала футбольного матча. Так что всем спасибо. До встречи на 18-м этапе. Осталось уже совсем чуть-чуть. Да. Понты уже какие-то. Херню осталось проехать, короче. Всем пока.